Снова здравствуй, дорогой друг. Снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер». И очень большой вопрос у меня, куда размещать данную распаковку, в какой раздел. Потому что, по идее, это раздел для детей, но все-таки как-то вот то, что находится внутри, я считаю неправильным. Хотя для многих это будет жизненная необходимость и выход. Давайте посмотрим, что внутри, не будем доставать нож. Порвем все это дело, как тузик-горелка, руками. Вынем и посмотрим. Вы скажете: Миша, почему товары из секс-шопа ты хочешь разместить в раздел для детей? Нет, это на самом деле не то, о чем вы могли подумать. Это гораздо хуже. Это поводок, шлейка. Как правильно назвать? Не знаю. Давайте посмотрим принцип действия. Значит, мы берем, вставляем взрослую руку сюда, зацепили. Мягенько, удобно, ничто не мешается. Далее мы берем детскую маленькую ручку ребенка, который склонен к побегу. А вот здесь вот я не совсем могу понять. А, вот так вот, да? Увеличиваем до нужного размера. Да? Надеваем на детскую ручку. И он от вас далеко уйти не сможет. А, причем внутри, видите, прям какая-то стальная проволока. Все это дело на пластмасочке. То есть достаточно... Ой, ай, ой, ой-ой-ой. Это было больно. Наверное, в наказание за то, что я вам такие вещи показываю. А достаточно далеко, судя... Вот как вот у меня вот руки растягиваю на ширину моих рук, а это, ну, достаточно много. Ребенок от вас отойти сможет. Дальше уже нет. Все это дело выпрямится, и, собственно говоря, он от вас убежать не сможет. Сложно мне судить. Сложно мне судить, потому что... То, что неприемлемо там, для одного родителя, да, там вызывает его непонимание каких-то вещей, для другого родителя, ну, реально это может оказаться спасением. То есть, вот непосредственно это у меня знакомый заказал, у него 3 дочери. Вот, у него 3 дочери, и, ну, как-то вот... Ну, как минимум, он считает это нормальным. А, причем использовать это не для себя. Сам-то он добежит без проблем. А вот супруга, например, да, если с 3 дочками, одна совсем маленькая, не так давно родилась, в коляске, ну, могут быть некоторые сложности, если там ребенок куда-то что-то там уходит, и потом там бегать его искать, за ним постоянно следить, не всегда это бывает, наверное, удобно. Ну, вот в этом случае, ну, какое-то время походить, ребенок привыкнет, что далеко убегать не надо, потом можно будет перейти, не знаю, там, на какой-нибудь удлиненный поводок. Уж не обессудьте, ну, как-то вот все равно стараюсь я шутить над такой даже серьезной темой. Вот, поэтому очень интересно будет ваше мнение, что скажете вы, насколько такая вещь... подпадает или нет под действие Женевской конвенции, может быть, какое-то другое о правах человека, ребенка, ювенальной юстиции там, или что там нового сейчас понапридумывали. Вот. И, собственно говоря, было бы очень интересно ваши комментарии послушать. Если она вам нужна для ребенка либо для каких-то других целей, ну, ссылка в описании есть, пожалуйста, заказывайте, пользуйтесь. В целом, качество, ну, очень даже... Хотя вот здесь вот я, наверное, подпрошил бы чуть получше. Ну, в целом, запахов посторонних страшных, ужасных нету. Все хорошо. Может быть, вам просто вот такая там цепочка для чего-то нужна. Вы там соедините, будете использовать как там заколку какую-нибудь. Не знаю. Вот. Товар показал, обзор сделал. Ну, собственно говоря, сейчас человечку отдам, послушаю его мнение. И, собственно говоря, очень буду рад вашим комментариям, как вы к этому относитесь. Взяли бы вы это себе или там то,
то, что вы это не приемлете вообще как таковое. За всем все. Всем всего. Ну и до скорых встреч. С вами был я, Михаил, канал «Картавый блогер». Пока.